Вот наша Бухтарма. Район поселка Зубовской. За теплым ключом. Берег тут такой непонятно, глина это ли песок или ил. Тут, конечно, Бухтарма выше была. Вот, берег в воде тут их был. Сейчас подсыхает. Сохнет-то получше будет, конечно. Еще май месяц. Чем хорошо здесь быть весной, в мае, что комаров нет. О, сколько черемухи цветет. Комаров нет и природа хорошая. Речка, Бухтарма. И можно до позднего вечера здесь быть. Комары не кусают. Вот в июне и все лето уже комары тут. И комары тут зверские. А сейчас нормально. Даже летом бывает здесь же. Да хоть где. По Бухтарме. Ходишь, они даже вот так и на солнце, чуть тень зашел, начинают долбить даже днем. А сейчас нет даже. Не чувствую, ни одного комара еще не укусила. Ах, какая красота. Обалдеть просто. Здесь вот такая протока небольшая, там островочек. О, какой тут вид. Вот наши сосны красивые.
такой бережок, полянка. Ух, тормоз идет. Классно. Сосновая роща. До этого видео было. Я с той стороны снимал. А сейчас с этой стороны, со стороны реки. Вот такой вид. Дорожка прелесть, да? И ровненькая. Кукушку слышно. Гнездо что-то.